Саша, Айкиз из Таганка, добрый вечер, 2015 год, начинаем серии новых роликов. И сегодня хотим рассказать про ряд аксессуаров компании 12South. Все они довольно интересные, и некоторые, в общем-то, у нас, скажем так, в единственном числе, больше их пока нет нигде вообще в России, да и в США они появились только что и улетают там очень и очень быстро. Это BookBook для iPhone 6. Ну, сейчас Саша все расскажет. Угу. Вообще, вот эти чехлы-книжки первые как раз в мире анонсировала компания 12South. Они анонсировали сперва для MacBook, а потом уже для iPad и для iPhone. Вот. И теперь они пользуются бешеным спросом. Китайцы копируют много клонов очень плохого качества. Ну и, соответственно, в 10 раз дешевле. Вот. А здесь и упаковка, и качество, и дизайн на высоте. То есть в Америке их разбирают на ура. Собственно, компания ценится так же, как и компания InCase. То есть на одном уровне, даже выше идет немножко на порядок, потому что у них определенное количество товаров, определенный дизайн. Чисто под Apple, под Mac. Определенное количество товаров, простите, что перебью. 12 в год. Да, 12 в год. То есть сейчас будет уже новые 12 продуктов. 12 в 2014 они сделали. Сейчас 12 новых. Да. Так. Это прошлогодний товар, они анонсировали в том году, где-то в октябре, не в октябре, в ноябре. Да, в конце года уже. Вот, такая идет винтажная, не кожа. Кожа. Кожа, да? Да. Пахнет как не кожа. Они заявляют об этом, что это настоящая кожа, она там причем может быть, по-моему, двух цветов. Один раз как раз у нас люди покупали чехол и вернули его из-за того, что здесь такая вот царапина. Нет. Мы долго им объясняли, что это винтажный чехол, и они делают по старину, то есть они должны быть затертыми. Как будто книги уже лет 30-40. У меня у девушки для 5, для пятерки. Поэтому... То, что я у вас покупал, он со временем выглядит все лучше, потому что становится все затерт. Да, так что не пугайтесь, когда вы приобретаете такой дорогой продукт, он оказывается таким, как будто им пользуются года два. Это нормально, он новый, он пахнет как новый. Внутри у нас... Даже не знаю, что это такое. Это можно вытащить. А, ну это такая, типа замша, что-то такое. Типа замша, да, но не кожа. Очень приятный материал для рук. Все очень обшито, прошито. Вот здесь вот, да? Угу. Чтобы не отклеивалось со временем. Там можно ставить ID под пленку. Ну, права или что-нибудь еще. Здесь удостоверение хорошо подает. Оно прямо один в один залежит. Ну и здесь можно пластиковые карточки. Собственно... Еще одна особенность, вот эта штука съемная. Можно использовать как отдельный чехол. Я не знаю, как снимается, не пробовал, но попробуем. Такая возможность. Представляет собой пластиковый каркас. Угу. Очень удобно. Собственно, все углы заточены, нет такого. Нет грань, которая царапает руку. Вставляется боком и захлопывается. Все выглядит как книжка. Как подставка может? Как подставка, да, может. Спокойно. Вот там вот надо как раз... каким-то образом подсоединить, но... Я обычно вот так вот ставлю. Нет. Там вот именно, что надо ее приподнять каким-то образом, а вот как именно, это мы сейчас с тобой как бы его не сломать. Да не сломаем. Там, по-моему, вверх надо просто сдвинуть. Нет? Не хочет. Не хочет. Смотри инструкцию, а я пока покажу поближе. Да, он должен здесь отклеиваться. Пока что не хочет. Покажи коробку поближе, как он выглядит. Да, коробка выглядит очень здорово. Ну, почему здесь не хочет, непонятно. А может быть просто тут? О, вот здесь давай покажем на таких вот специальных вставках. Пластиковых, заглушки. Да. Поэтому нужно вот так вот поддевать и вытаскивать. Угу. Саша, там ты поддел, по-моему, сильнее, чем надо. Нет, не поддел сильнее, чем надо. Нормальный поддел. Конечно, лучше делать это не так, как ты. Не было внутри, да. Сейчас его вытащим. Вытаскивать надо из пластиковых чехлов. А, ну видишь, здесь изнутри не подденешь, потому что наклеено. Так это одна и та же часть. Нет, сами заглушки, вот они, видишь, где встроены. А вот эта проходка полностью закрывает. То есть мы не можем ее отодрать и изнутри их вытащить. Ну просто надо было сдвинуть влево и вперед. Ну бог с ним, ладно. Читайте инструкции всегда, когда собираетесь что-то сделать. Давай мы перейдем. Вот мы сняли.
Да, вот можно показать, что-то получилось. Да, не повторяйте моего горького опыта. Я сломал одну заглушку, собственно. Ну, ничего страшного. Из-за того, что просто сильно потянул на себя, когда нужно было потянуть просто в бок, и он бы сошел. Удобный достаточно механизм. Ну, ладно, ничего страшного. Здесь на упаковке не было, как его конкретно снимать. Я в обзоре расскажу об этом нюансе и предостерегу. Да, это главное, потому что чехол дорогой, чтобы также наших зрителей не повторяли. В общем, в любом случае, вы можете использовать вот эту штуку отдельно, как чехол для iPhone 6. Вставить потом можно будет назад при желании, тоже не составляет никакого труда. Ну да, и потянуть наверх. Да. Вот все, и он закрепился. Кстати, даже с одной сломанной его можно использовать, тем не менее. Мы даже тут вполне нормально. Я думаю, это... Надо делать это на столе, либо аккуратно. Это видео будет пользоваться популярностью. Давай покажем второй аксессуар, потом займемся уже от его сал. Телефон в чехле упал, не разбился. Тоже да. Достоинство. Покажи, что целый невредим. Вот сама вот обложка. Очень клево она выглядит. Ну, с этими, со всеми вещами мы разберемся, ничего страшного. Да, так покажи, вот выглядит чехол. Сломался. Да, вот сломали мы такое крепление, но одно. Ничего страшного. Там действительно надо было очень много сил приложить, чтобы его сломать. На деле все происходит, как я понимаю, там ты вставляешь его, да? Да, самое главное удачно вставить. И уже потянуть вправо. Вот так, до упора или влево. Угу. И все. Ну, вот и все получилось отлично. Давай дальше расскажем. Сейчас еще вот так вот покажу. Все, давай. Про еще один продукт. Букарк. Да, они анонсировали его давно, 2-3 года назад. Но в том году они анонсировали... Первая модель у них была алюминиевая полностью, а в том году они сделали из дерева. Очень стильно смотрится. Мелт или молт, я не знаю, как это правильно читать. Мут. Вуд, мут, все такое. Мы сейчас покажем алюминиевую, но, в общем, она мало отличается от деревянной. Зачем нужна такая подставка вообще? Ну, во-первых, на рабочем столе ноутбук занимает мало места. Во-вторых, можно использовать его... Что-то расперло, да? Да, расперло. Давай проще вот этот, мне кажется, достать, как раз деревянную. На примере ее и покажем. Потому что стой... Ни в какую не. Да. Использовать вместе с ноутбуками, например, и с другими гаджетами. Ну, какими гаджетами? Только ноутбуки. Ну, можно сюда попробовать поставить планшет. Ну, iPhone 6 Plus. Не, ну он будет там, понятно, двигаться, но... Вообще, это вот покупается монитор Apple для Cinema Display. Да. И для того, чтобы у вас компьютер... не стоял на, не лежал на полу, либо на столе, покупается такая подставка. Плюс некоторые подставку используют для того, чтобы заряжать ноутбук на полу. Да, тоже удобно. Это у нас модель. Удобно при работе с телевизором, по HDMI, допустим, подключить. Смотри, как сильно смотрится. Смотрится здорово, да. Есть светлое дерево, есть темное дерево. В комплекте ничего там, по-моему, нет. Давай посмотрим, чтобы не вводить в заблуждение. Наверняка что-то есть. Сейчас они положили. Есть как раз крепежка 13-дюймовой модели. Снимается. Потому что... А, вот эту резинку можно вытащить, да? Да? Я обратил внимание, что он здесь болтается. Угу. И здесь сразу видно, что ноутбук потолще. Либо прошка 13-й, которая идет не ретина, либо 15-й. 15-й. Вот здесь тащите на себе ее. Двух частей. И, собственно, она вынимается. Ну, мы сейчас не будем это показывать, да. Не будем показывать. Вот, имейте в виду, что здесь у вас есть такая же под тренажку. Она намного тоньше. Сейчас мы даже посмотрим по описанию, по комплекту, какие идут в комплекте. Здесь ничего не написано. Вот инструкция есть. Чтобы сразу сказать. Вещица достаточно удобно. Здесь у нас идет MacBook Air 11. Угу. Дальше идет MacBook Air 13, Retina прошка 15 и 13 обычные. Угу. Ну, короче, под все модели, даже под 17 есть. Угу. Ну, отлично.
То есть крепежи под все модели ноутбуков у вас в комплекте. То есть любой ноутбук, старый, новый, те, даже те, которые выйдут у них, можно спокойно вот вставить вот эту вещь. Очень сделано, классно сделано, особенно из дерева, и смотрится эффектно. То есть для тех, кто привык ценить качество и дизайн, строго рекомендую. В общем, две позитивные штуки от WellSout вполне можете купить себе или подарить кому-то как приятный и полезный сувенир. Саша, спасибо тебе большое. Пока. Пока.